Иду, в общем, по такой местности, почти болотистой, никого не трогаю. Мимо слышу какое-то жужжание. Голову поворачиваю, там желто-черные полосатые варвары летают. И все дружно как на меня кинулись. Короче, убежать я не успел. По затылку мне как надавали. Где-то бейсболка там крепится, самое открытое место на голове было. Штуки три, наверное. Вот говнюк этот барсук. Раскопал ос, видимо, только ночью или когда. Что они такие злющие, призлющие. И я не в то время, не в том месте оказался. Ой, аж голова заболела. Блин, три или четыре, наверное, мне жахнули от души прямо так. Вот так вот тут вот он вот делал. Только там, мне кажется, блин, два раза или в три больше раскопано. И их там как будто пчел в улье. Вот так вот тут. Еле ноги унес. Еще дорогой очки потерял. Пришлось потом обратно бежать. Они опять за мной. Вот так вот. Приключениями. Еще рожки такие поинтереснее. Еще на дальнем крае. И вот тут вот где-то еще голова торчала. Вот еще один рогач, там еще коза. Я удачно зашел. Пять рогачей как минимум. В пределах 150 метров. Ладно, по времени я очень-очень ограничен. Буду двигаться дальше. Запомнили место. Где-то, в общем, в той стороне слышу лося. Вроде еще и сзади меня. Сейчас банки у меня с собой волшебной нет, которые до этого манил. Думал, что еще рано, не стал с собой брать. Сейчас попробую в ту сторону выйду. Так-то местность плохая, такие же вот практически кусты. Ни черта не видать, травище в этом году по грудь. Ну, вдруг что-то да получится. Буду как-нибудь сам пытаться дразнить его. Хоть у меня голоса и нет красивого.
Ну, вдруг ему шибко охота подраться, так придет. Да как с косулями, я говорю, хоть в ладоши хлопни, если ему охота, он прибежит. Как-то вот так вот. Где-то вроде там пытается отзываться, так не знаю. То ли я его еще не напугал, то ли он меня еще просто не слышал. Местность, короче, тут не плохо видно. Постараюсь что-нибудь более открытое занять. Надо веточки какие-нибудь поломать, попробовать. До этого он мне отсюда отзывался. Сейчас вышел на полянку. И кто-то вот в этих кустах крупный побежал вроде. А я хотел вот в эти кустики спрятаться. Думаю, тут поляна открыта, если выйдет. Получится заснять. Раз показалось, где-то вот здесь что-то потрещало маленько. И все. Последний раз все-таки, вот когда я говорил, что в кустах кто-то крупно побежал, он еще с того угла отозвался несколько раз. По расстоянию, так мне кажется, метров 250 уже. Четко так слышно было хорошо. И все, и затих. Сейчас еще ветер начинает дуть. Ветер с его стороны. Листва шумит, мне плохо слышно. Так-то слышу плохо. Все, время мне нет особо ждать его. Сейчас в том направлении пойду. Может, где-нибудь будет стоять на меня с кустиков, смотреть, хоть поглядеть, кто такой. Ну и то уже считаю, что хорошо. Разведка удалась. Активность начинается уже. Все, в общем, я зверя напугал, похоже, своими попытками его подманить. В общем, лося мы так и не нашли. Вот идем с козлом параллельно в одну сторону. Он на меня посмотрит дальше идет, я на него посмотрю дальше иду. Лось или ушел этот, или затих в кустах, короче, я его не это, больше не слышал. В стороне в другой показалось еще звук. 1 минут 15 назад был и все.
Лебеди где-то летят, наверное, уже на юг. Где-то там лосик идет. Или лосиха. Лосиха ко мне идет. Прячусь в кустик. В общем, пока перебегал с открытого места, она меня спалила. Метров 150, наверное, там до нее. И фокусируется плохо. В общем, вот она. Молодая, небольшая. Все, передумала. Пошла обратно. Фокусируется не на том. Вот так вот. А вот слышу справа бык. Сейчас будем пробовать дальше сидеть. Минут 15 еще есть в запасе.